Доброе утро. Мы сегодня рыбачим на русалке. На русалке в основном работает макуха. Но будем пробовать и на горох. Вот этот. Видишь, здесь этот цвет на солнечной батарее. Вот это вот горох, который я вчера делал. Добавлю сейчас сюда прикормку. Разобью этот горох. Это у меня будет на фидер. Много сухо получается. Ну, я попробую прикормку, мне товарищ дал испытать. Не прикормку, а трактант. Вот такие вот штуки. Сейчас буду пробовать. Как получится, скажу. Так, это хлеб. Это вот макуха. Так, и в чем этот аттрактант получается? Ага. Чеснок. Хорош. Вот, хлебушка добавил мокрого. Получается прелестная кашка. Ну, сейчас я попробую на крючок, на пружинку. Иди, Таранька вызывает. Ну что ж делать? Надо вытаскивать, раз она тебя просится. Смотри, со дна. У меня берет только на верхний крючок. Опусти ниже к воде. Опусти, я сам его подведу. Сюда. Сюда, вот сейчас я на подъем буду выводить его. Ниже к воде. Ниже к воде. Точка такая. Не хватит. Бери. Молодец. Молоток. Я вас поздравляю. Попробую сейчас еще хлеб сделать
со сливой. Ух ты. Эту надо было бы в воде разбавлять. Острого дно хреново, что далеко. Так, сейчас мы разбавим водичкой. Да, сливы пахнет обалденно. Сейчас. Ранька дает о себе знать. Кого это сейчас тащу? А где он? Сейчас. Что, туда мне уйти? Ничего не иди. Ниже, 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 ниже. Ниже, 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 ниже. Иди. Ну, у красного куха сработало. Да, это все красное. Видишь, поднимается он над рёсом. Ну, может, что? Смотри, краснуха. Да, да, да. Вот зараза, ну. Есть и краснуха на нем. Дайте подсак. Карасевич. Вот здесь тоже что-то клюет. Да нет. Или это ты цепанул? Нет. Вот эта снасть сегодня неплохо работала. Сделал на скорую руку, на тараньку. Вот, три отвода. Накрутил на них поводки. 0,18 из лески. Тут кормушка. Ну, последний крючок оторвался. Ну, уже пора. Нужно собираться. Но работал у нас сегодня неплохо. И тарань, и подлещик был, и карась был на эту снасть. Вот такой вот улов, дорогие друзья. Ну, немножко и хватит. Самое главное, отдохнули. Погода была великолепная. Место тоже классное. Сделали, конечно, молодцы, с умом. И помост хороший. И беседки будут хорошие. Вот эти вот. До конца сейчас доделают, кунг поставили. Поэтому
Все замечательно. Все позитивненько. Будьте здоровы. Ни хвоста, ни чешуи. А? Ваня, давай. Так что, поднять его? Не видно. Отойдите в сторонку сюда. Ага. Давай на солнце сюда, Ваня. На солнце, на солнце, чтобы тебе видно было. Ну, смотри, Паша, отвернись. Саша тоже не смотри. Не, Вань, подними. Давай. Хвостун, Ваня. Видишь, хвостун, Ваня. Так я думал, ты высыпать будешь или не будешь? А, высыпать? Буду. Давай, высыпай. Вот, наверное, на солнышко. Паша, не ходи. А Паша ногами. На солнышко, на солнышко. О, о, смотрите. Она уже дохлая вся, Ваня. Да, тебя, вообще, да, не да. Дышит вообще. И хвостами не вот так не делает. Динаша, вот, пожалуйста. Не вот там, видите, вот там. А говорили, что она привозит живую рыбу, не продают. У вас привоза только привезли. Ваня, конечно, сделал вид, что поймал. Ну, если честно, между нами, это рыба с привоза. Да. Не ловил, не ловил. Ну, как жена Ивана. Я скажу даже больше, Ваня ее даже не купил. Он взял на прокат, сейчас это везет обратно, да, пацанам. И каждому по одной. Здесь очень много продавцов. Да. Все. Вот рыбак настоящий, вот сзади. Видите, вот это настоящий рыбак. Вот он ловил. Он еще на прокат не брал. И вот Паша. Вот Паша на рыба. Умерла. Опа. Кусается, кусается. О, смотрите, смотрите, какая. Вот это пойманная рыба, это купленная, взята на прокат. О, смотрите, какой, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Красавчик, красавчик. Его запечь можно, да, наверное?